За год высокотехнологичную помощь получили 12 тысяч югорчан. Кроме того, во время работы в Донбассе врачи-волонтеры выявили пациентов, которые нуждаются в такой помощи. 22 из них прооперировали в медучреждениях Югры по программе модернизации первичного звена здравоохранения до конца года. В Югре ввели в эксплуатацию 6 объектов. Это амбулатория в поселке Сергино, фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Белогорье, Егурьях, больница в деревне Рускинская, амбулатория в селе Локосово, участковая больница в Горноправдинске. Вы части стратегии социально-экономического развития на 2023 год. Мы обратили внимание на то, что важной частью развития указано здоровье и сбережения, в том числе, и человеческий капитал. Я всегда радуюсь, что про медицину никогда не забывают, потому что здоровое общество – это мы все вместе с вами. Не будет общества, если не будет здоровых людей.